Глядя на пару, исполняющую английский вальс, и не скажешь, что как минимум 8 часов в день этот офицер отвечает за производство на Рубцовском ЛДК, одном из крупнейших в Сибири лесоперерабатывающих предприятий, а прекрасная дама весь день готовит сотрудникам горячую пищу, а вовсе не томно мечтает в беседке. Алексей Гельманов и Олеся Фролкина репетировали этот танец целый месяц после работы, и номер получился. Разве только выехать на сцену на белом коне получилось не совсем, но менее эффектным танец от этого не стал. Надеюсь, если будет возможность, еще приму участие, ну, может быть, не в качестве участника, а в качестве благотворителя, может быть. Алексей Гельманов – один из идейных вдохновителей ежегодного благотворительного фестиваля в Рубцовске. Мероприятие проходит при поддержке городского благотворительного фонда развития и лесной холдинговой компании «Алтайлес». Раз в год сотрудники местных компаний откладывают личные вечерние дела и разучивают танцы, порой малоизвестные не только широкой публике, но и даже хореографам. Где еще можно увидеть, например, американский кантри? В прошлом году был фестиваль спортивных бальных танцев. В этом году у нас фестиваль танцев народов мира. Средства, которые зрители заплатили за свои билеты, они пойдут на благотворительность. Они будут перечислены детям, которые нуждаются в лечении. Лучшие, по мнению жюри, пары получили свои награды. Впрочем, организаторы говорят, от участия в таких фестивалях выигрывают все. Работники компаний могут овладеть новыми навыками и культурно обогатиться, а нуждающиеся в лечении дети получить необходимую помощь. Такой вот рубцовский танцевальный эффект. Василий Морозов, Александр Антропов. Наши новости.